Так, ну что, МЛС, праздники праздниками, а сегодня понедельник, если кто-то забыл. Я сам, честно говоря, забыл, уже запутался в днях. Но с радостью вспомнил, потому что понедельник рабочий день, а наша работа это дрифт. Да, это дрифт. Классная работа у нас, правда? И вот мы, вот Серегин, собственно, автопоезд, я вам хотел его показать. Вот такой вот ЭВЭК он сделал себе под техничку. Фантастический вообще. 3 литра дизель на автомате 8-ступенчатом. Просто разрыв. Тачка очень крутая. Отдельно вам ее позже покажу. Да вот сейчас я покажу. А это Сильвия его. Видите, как все смотрится красиво. Видите, как вот с нами работает человечек. И сразу у него все тоже на стиле. И мы сейчас едем на тренировку. Пацаны, я дико извиняюсь, я тут покажу, как бы, как у вас тут все, да? Вот, да, конечно. Вот, пожалуйста. У нас есть чем гордиться. Да, есть чем гордиться. С подушечками, как в Лисяне, но не такими, да, удобными, Миш? Скажи. Конечно. Да, в общем, мы сегодня выезжаем на тренировку в мячик, потому что в эти выходные уже будет АДМ Дрифт Контест. И это будет, собственно, первая гонка Серегина. Серега – это мой ученик, наш товарищ. Мы ему строили машину, все, кто забыл, не знал, я просто так рассказываю, потому что не всегда вы можете отследить хронологию, я это по себе знаю, потому что я иногда смотрю чужие истории, думаю, блин, а кто это, что происходит вообще? Серега, мотогон, построил у нас тачку, научился дрифту, продолжает свою историю, поедет в РДС Европа. Да, вот мы сейчас отдаем контест, потом РДС Европа, а потом РДС GP, второй этап в мае. Вот такой у нас план, капкан, банан. Серый, готов? Да. Давай, сейчас поедем. Вот такой вводная сторис, недельная. В общем, дел много, движухи много. И по супре расскажу позже, когда и займемся. Раскатываемся. Сегодня час, всего лишь час у нас сегодня есть на самом деле на тренировке, потому что приехали вот товарищи из команды блогера известного господина Литвина. И он, короче, снял, арендовал трек. И нам всего час на тренировку дали. Поэтому мы сейчас очень плотно работаем. Вот здесь в пятницу, субботу, вот на этом конфиге пройдет, вот на этом конфиге, АДМ контест. А победитель первого в истории АДМ контеста идет сейчас, собирает ромашки, одуванчики. Прекрасно. Да, Степа выиграл первый ДМ-контест в прошлом, да, позапрошлом году. Откубил, как говорит Степан. У нас сейчас за обедом Никитос разблокировал ачивку в виде фразы «как пить дать». И я, как и он, как и вы все, я уверен, думали, что это какое-то старорусское «пить да». Короче, у нас пока тут перерыв, мы тут едем, значит, с обеда с пацанами, со старой школой. И у нас есть Миша, молодая школа. Миша, посмотри на меня. Привет. И вот он сейчас трех вопросов, ребята, поплыл. Значит, первый вопрос был, Миша, ты знаешь, что такое икопорт? Поплыл. Я спросил, Миша, если я тебе даю кассету и карандаш, что с этим делать? Поплыл, поплыл. И еще я спросил, что такое автореверс, Миша тоже поплыл. А Миша, между прочим, прошаренный, вот с этого телефона он делает все свои видосы. Контент. Да. Ну, что ж я могу сказать. Эйвей. Эйвей, ты 2002 год, привет. Как там ваш на современном? Кринж, краш, что-нибудь еще? Фигурное катание. Нет. Корч. Нет, что-нибудь с современным, быстро. На кринж, краш. USB. Это тоже USB 1.0 Type-C. Я любовь, это любовь от земли нашего, так, чтобы она разрослась во мне дерево, чтобы кончики пальцев стали ею окрашены, чтобы ее не... Yeah.
Вот такая вот у нас сегодня полноценная дрифт-тренировка. Шикарно. Пацаны сегодня катаются парно. Тренировка, прямо вот слово тренировка, с большой буквы Т. Что-то даже едут, что-то даже газуют, что-то даже парно. Очень, очень продуктивно и приятно.